Всем привет, дорогие зрители! Я сейчас нахожусь в районе Кестель. Я нашел очень шикарный вариант, виллу, очень красивую, трехэтажную, 5 плюс 1. Общая квадратура этой виллы с открытой террасой и со своим садом 528 квадратных метров. Жилая квадратура помещения здесь 345 квадратных метров. Сейчас я покажу вам вид и потом пройдусь по этой вилле. Вот, это такой прекрасный вид тут. Горы, общий бассейн, очень ухоженный сад. Есть такая вот футбольная площадка маленькая. Есть зона барбекю. Потрясающий вид почти на все горы. Вот вид на море. Вот это терраса. Приблизительно 58 квадратных метров эта терраса. Есть маленькая там кухня, можно сделать здесь, поставить зону барбекю. Можете даже закрыть этот, как бы сделать сетку там, светомузыку сделать, как бы кабинку какую-нибудь дискотечную. Вот, например, здесь кто-то делал, вот там наверху, вот видите, закрыли, сделали какой-то мини-ресторан на крыше. Вот такое место тут. Тут даже есть в топу то, что вы можете половину достроить. Вот отсюда вы можете половину еще достроить этой виллы. Ну, уже здесь, как сказать, 5 плюс 1 достаточно квартир. Сейчас покажу я вам эту виллу. Вот, спускаемся по мраморным лестницам, ступенькам. Вот такая вот вилла, трехэтажная. Сейчас я покажу. Здесь второй этаж. Здесь люди. Сейчас я вам покажу сперва в эту спальню, потом перейду в другую спальню. Вот такая вот спальня. Устроен гардероб. Это хозяйская спальня со своим санузлом. Вот такой санузел с душевой кабиной. Выход на собственный балкон. Вот такой балкончик. Отсюда также есть вид на море. А также с левой стороны видно горы и бассейн. Тут есть вот такой маленький балкончик. Можно не спускаться. Если у кого-то большая семья, выйти здесь и позвать своих детей наверх или кого-нибудь. Так. Сейчас покажу ту спальню, которую не смог снять. Здесь есть также свой санузел. Это спальня маленькая, но здесь закрыто, кажется, собственно, вещи хозяина. Там тоже санузел. Тоже такой встроенный шкаф. Еще один балкон.
Вот такой красивый вид здесь. Вот это собственный сад. Я потом спущусь, вам сниму. Вот он продолжается еще в правую сторону. Закроем дверь. Спустимся еще этаж вниз. Тут три этажа и еще терраса. Как четыре этажа получается. Сейчас спустимся. Тут два входа. Вот. Один вход. С первого этажа. И один вход с нижнего этажа, как бы. Вот отсюда лесенки. Вот там дорога. Можно паркануться и войти сюда. Или паркануться с нулевого этажа и войти с переднего входа. Вот тут также есть проход в нижнюю сторону сада. Но я потом выйду с первого входа. Сейчас вернемся в эту виллу. Здесь расположена еще одна спальня, детская, тоже встроенный шкаф-гардероб. Ага. Здесь еще один санузел. О, какой вот санузел. Душевая кабина, стиральная машинка стоит. Так. Очень просторная еще одна спальня. Вау. Тут два просторных спальни. И также выход на балкон. Тут тоже есть вид на море. Есть вид на бассейн, на горы. Вот это маленькая футбольная площадка. Видите, ворота даже стоят. Это зона барбекю. Спустимся еще один этаж вниз. Здесь хозяин как бы сделал очень интересный дизайн на первом этаже именно. Нулевой этаж, как цокольный. Вот такой очень интересный дизайн тут. Бамбуковое все вот. Сейчас покажу. Вот бамбуковый дизайн. И с цокольного этажа есть вход прямо на кухню. Вот такая вот кухня. Вот. Такая просторная кухня, уютная. Столешница установлена. Гранит. Вот плита фирмы Altus. Вытяжка Altus. Еще два холодильника, один здесь и один там. Сейчас я сниму именно вот такой проход здесь. Вот хозяин сидит рядом, как раз в конце спрошу и цену. Вот такая вот просторная здесь
зона отдыха личная. Вот такой сад сверху. Вот это все, все пространство, которое здесь, относится к этой вилле таунхаус. Здесь можно отмечать день рождения, полностью отдыхать. Вообще очень просторная территория у этой виллы, собственная территория. И садик такой. Какие деревья хотите, цветы хотите, можете посадить сами. Это ваша собственность. Будет, если купите. Так, я вот хочу сейчас напрямую у хозяина спросить цену. Abicim, ben size fiyatı sormak istiyorum. Fiyatı ne kadar buranın? Vallahi 212, belki ufak tefek bir şeyler daha yaparız. Aha, tamamdır, en son. 230 bin euro. Acil satın. Tamamdır abi. Okey, okey ben söyleyeyim. Teşekkürler. Значит, это срочно продажа. Цена ее 212 тысяч евро, но хозяин сказал, что сделает маленькую скидку. Вот. Вот вход здесь, в эту виллу. Здесь есть парковочные места. Одни в этой стороне, прямо около этой виллы. Во. И парковочные места на выходе. С правой стороны от виллы. Вот это парковочные места. Подведем итоги о этой вилле. Расстояние до моря 700 метров, до дороги 220-230 метров, 5 плюс 1. Общая квадратура с этим ухоженным садом собственным и террасой 528 квадратных метров. Сама квартира, жилое помещение в вилле этой 345 квадратных метров. Есть общий бассейн, есть ухоженный сад. Если вам понравилась эта вилла, она срочно продажа. Возможно, продастся на днях или через несколько недель. Пишите в комментариях, звоните. Телеграм, WhatsApp, Viber, номер указан в описании. Также делитесь этой информацией своими друзьями, близкими. С вами был Агаси из солнечной Алании. Всем пока-пока.